Председатель правительства Чувашии Иван Моторин провел заседание попечительского совета по вопросу проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Директор некоммерческого республиканского фонда капремонта Олимпиада Епифанова доложила об открытии счета в Министерстве финансов, на котором собрано свыше 100 миллионов рублей. Сумма составляет 44% от нормы по взносам жильцов многоквартирных домов. Большинством голосов членов попечительского совета было принято решение об обслуживании счета казначейством Чувашии. Организации по ремонту инженерных коммуникаций, кровли, лифтов уже выбраны. Конкурсы по проведению работ в 240 домах выиграли 24 подрядчика. Кредитной стороной вопроса капитального ремонта займется Сбербанк России. Также Иван Моторин призвал муниципалитеты принимать активное участие в разработке краткосрочных проектов капремонта на текущий год.